4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22-й год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Война продлится, Володя. Ну, максимум 3-4 дня. Все должны знать, что мы-то, по большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Кто с мечом придет на нашу землю, той залишиться в земли. Орки, вы запам'ятайте, казацкий вільний дух вам не зламати. Ті, хто бореться, поборить цю орду перемогти. Слава воїнам, героям, війні з рашистською чумою.